Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать в мое косметическое царство. Мой стол, который я очень хотела, очень удобный стульчик у меня. Я хочу вам все это подробно рассказать. Тем более, что у нас сегодня хороший повод. Да-да-да. Смотрите, какой у меня появился органайзер. Я давным-давно ждала что-то подобное, качественное, классное, красивое, очень удобное. Мне кажется, для косметики можно его использовать абсолютно для чего угодно и абсолютно для любых вот таких вот шкафчиков. Я вам сегодня покажу, что у меня здесь находится. Но в первую очередь давайте убирать здесь. Ну да, вот как-то так это все выглядит. Видите, были в разных вот таких вот коробочках. Я просто знаю, что вы очень любите смотреть видео с косметикой такого плана. Давно я не снимала таких видео. И хочется с вами сделать именно все разложить вот по местам. В общем, поехали. Давайте распаковывать вот эти вот органайзеры сначала. Здесь можно сделать разные вариации, да, как его поставить. Здесь вот у нас достаточно большой, я не знаю, сколько он, 80, наверное, может чуть больше. Вот, и я хочу, чтобы он был вот такой. Но здесь показаны прям вот разные варианты, как можно это сложить на таких креплениях. Хочу вам прям более детальненько показать качество пластика. Ну, конечно, не сравнится с вот этим вот чудо. Он меня просто раздражал уже. Вот, а здесь такая прелесть. Как он мне нравится. Я ссылочку оставлю, конечно. Ну что, поехали разбирать отсюда вот это вот все сюда. Далее мне надо же, конечно, протереть этот шкаф. Сейчас вы скажете, реклама. Нет, не реклама. Я тут очень редко снимаю видео, поэтому не реклама, поверьте. Мне просто очень нравятся вот эти вот средства Beauty Box. Они российские. Раньше они были у нас, сейчас их уже нет, к сожалению. У меня еще запасики остались. Вот, просто протираю вот так вот. Памс. У него очень натуральный запах. Я не люблю вот эту всю химию для дома. Это вот супер натурально. Протрем. Все очень хорошо. Прямо тоналку убирает. Вот здесь у меня обычно тоналочка. Вот, смотрите, как беленько, чистенько. Давайте теперь ставить органайзер наш. Вот здесь моя вся косметика. Сейчас буду, кстати, делать и разбор заодно, что отдаю, что остается. Получилась у нас тут следующая история. Вот эта вот штучка одна не вмещается. Мы уже и так старались, но вот у нас так будет здесь. И сюда я просто добавлю вверх. Вот, все. Теперь будем перебирать вот эту косметику и ставить на места. В первую очередь встречайте красоту. Я сейчас вам немножечко покажу, что я здесь оставила себе. Вот, хотела сказать минимум, но что-то оно не похоже на минимум. Но для меня это минимум, короче, вот так вот. Дальше, я собрала здесь косметику, которую буду отдавать вообще без угрызений совести. Мне ничего не жалко, потому что, помните, всегда на замену чему-то старому приходит новое и классное. Приступаем к более детальному обзору, что я оставила из помад. Значит, здесь вот это мне очень нравится, она такая нюдовая. Вот, это Сахерба я заказывала, крутое качество, крутая упаковка. Вот, MAC у меня Тедди, вот эта вот помада. L'Oréal, здесь мне очень не нравится, как она пахнет, это тоже нюд. Два бальзама для губ. Дальше здесь все для ноготочков, то есть есть и масло для кутикул, и даже масло вот есть для ноготков. Есть вот такие белорусские средства. Вот это вот маселка для кутикул, очень красивая, она с Айхерба. Далее смотрим, здесь у меня базы. База Smashbox, самая любимая. И вот это вот корейская. Ну, как-то я и не очень пользуюсь. Очень крутые все корректоры, которые здесь у меня есть. Давайте я их прям выложу и покажу вот так вот. BB Estee Lauder в оттенке вот таком. Далее, этот мой самый обожаемый на данный момент. 2N у него номер.
Вот такая Лаура Геллер. А, нет, Лора Мерсье. Вот. И Estee Lauder. Мне не нравится сам консилер, но здесь классный праймер. На нем не скатывается консилер. И есть вот такой еще корректор от Kika. Далее, тени. Physicians Formula. Мне очень нравится, какой у них аромат. Вот такие есть Kika. Но я ими редко пользуюсь, потому что оттеночки такие холодные, немножечко не мое. Дальше Yves Saint Laurent вот в такой упаковке. Мне нравится здесь один единственный всего лишь. Дальше Cargo. Вот такие тени Kevin Aquino. Они были в наборе с вот этими тенями. Хорошие такие. Вот на каждый день летом классно. MAC. Вот. В принципе, все здесь из интересного. Далее здесь контуринг у меня Pupa. Видите, он какой у меня уже прям заюзанный полностью. Smashbox. Так, тоже полностью использованный. Вот. Что у меня еще здесь? Это Unlimited, моя самая любимая тушь. Кроме нее у меня даже другой никакой нет. Кроме вот этой вот Maybelline. Но она синяя, прям как здесь. Я ее почти никогда не использую. А этот сколько лет я использую по-прежнему. Вот я с ним, он мне очень нравится. Крутая база под тени. Вот. Здесь еще есть разные карандашики для бровей, для глаз. Вот этим я сейчас чаще всего пользуюсь для бровей. Сайхерба и Yves Saint Laurent Shocking. Это подводка. Дальше это Багама Мама The Balm. Бронзер, корректор. Ну, его как корректор больше использую летом. Дальше Hot Mama. Это вот такие румяна. Снова же The Balm, самый знаменитый их хайлайтер. И Elf, крутые румяна. Они мне больше всех нравятся на данный момент. Натуральный розовый оттенок. На Эхербе заказывала. Это я вам показала. Дальше пудра. На лето мне очень нравится вот такая минеральная пудра от Embryolisse. Видите, она достаточно темного оттенка. В ней есть светоотражающие частички. Была в наборе. Smashbox тоже очень крутая пудра. Пользуюсь ею постоянно. Метеориты почти не пользуюсь. Вот это больше на осень. Знаете, когда такая кожа подуставшая. И вот эта пудра, которой я чаще всего дома пользуюсь, это призмы от Givenchy. Следующее. Давайте тени покажу. Вот коллекцию теней мне очень хочется обновить, потому что мало нового, его практически нет. Это называется «Лучше бы не открывала». На самом деле здесь Ками делала макияж вот этими вот цветами. Вчера вся черная была. Не люблю палетки Lorac, сразу скажу. Кроме их вот этих светлых оттенков, почти ничего не использую. Вот, дальше Too Faced. Сколько лет, сколько зим, но она остается по-прежнему моей любимой палеткой. Я ее обожаю, видите, все до дырочек стерто там. Еще одна любимая палетка — это Smashbox. Именно вот такая вот. Вот где ее здесь название. Металл, вот что-то там. Такая она красивенькая, но больше тоже, наверное, осень. Из недорогих нюдс от Maybelline. Тоже неплохая, тоже здесь девчоночки уже навели порядок. Самая любимая на данный момент из вот самого нового, но я ее покупала еще, наверное, на Новый год, если я не ошибаюсь. Это Kevin Aquino. Мне безумно нравится здесь вот этот вот цвет. Вот постараюсь его так показать. Видите, средний. Он очень красивый. Тени по качеству хорошие. Здесь мне не хватает более такого шиммерного первого оттенка. Этот матовый так себе смотрится. Ну а все остальные постоянно использую. Покажу оттенок. И The Balm я тоже не люблю. Почему-то не сложилась у нас любовь с The Balm. Такие оттенки какие-то неходовые для меня. Ну, давайте смотреть здесь тональные основы. Самая любимая Estee Lauder Futurist. Вот это вот. У меня оттенок сейчас более летний. Дальше у меня есть... А, кстати, вот эти тоже надо будет отдать, потому что туши клад от Yves Saint Laurent. Я не понимаю, почему его так хвалят. Вообще мне не нравится, как смотрится на коже. Очень матовый, очень какой-то грубый. Вот этот для съемок люблю использовать. Вот этот, в принципе, нормальный, но как-то я не фанат его, как многие говорят, там самый лучший тональный крем. Это Maybelline.
Конечно, разница, например, Yves Saint Laurent, Estée Lauder и вот этот вот небо и земля. То есть даже в ощущениях, на коже. Так что нет. Еще вот такой у меня дорогой есть. Это Color Science. Вроде как там минеральная косметика, все дела. SPF 30. Вообще можно носить сразу после чистки его, потому что он там супер натуральный какой-то. Но он не подошел. Он в виде мусса. Приятного, но распределяется и смотрится на коже сухо. Вот. И еще у меня есть стики, которые я осенью, зимой использую в виде контура, либо вот летом сейчас на загорелую кожу в качестве тональной основы. И что у нас осталось? О, мой любимый блеск для губ, который аналог Dior Lip Maximizer Kika. Вот. Ну, здесь много разных карандашиков. Лидирует у нас Vivienne Sabo 101-102. Вот, хотя они достаточно жесткие, твердые. NYX гораздо лучше. Красный у меня есть такого бренда итальянского Lila. И есть вот такая помада. Но опять, если взять красную люксовую помаду, вот это, то люкс однозначно выигрывает. Анастасия, кстати, это мои любимые матовые помады. Моя любимая Анастасия, вот этот вот оттенок. И есть еще Краш, тоже очень классный, я не вижу его просто здесь. И Кали по-прежнему остается моей любимой матовой помадой. Это те помады, которые не сушат губы. Вот, я практически ими только и пользуюсь, вот этими двумя оттенками. Есть Шесейда, нравится, но скатывается в белую полоску. Есть вот такие прям шиммерные Анастасия, в общем... Но это тем, чем я пользуюсь постоянно. Для меня огромная находка, это еще баксамы разных оттенков. Они у меня есть, по-моему, 3 или 4 штуки по всем сумочкам. Обожаю. В принципе, здесь я показала вам все, что у меня есть. Теперь давайте перейдем вот к этим вещам. Отдаю вот такую палеточку. Это я ее пыталась протереть, но она, знаете, из такого вот материала, который не протрешь легко прям. Вот. Такая цветовая гамма, вроде как окей, но я не знаю, мне не зашла она просто. И вторая очень классная, но она мне уже надоела, я ей не пользуюсь. Это Эффект косметика. Вот это тоже Лайла, ни о чем, жидкие тени. И из Лайлы мне не понравились карандаши. Вот 28-22, очень некрасиво ложатся на губы. Дальше тушь. Вот это не подошла, не понравилась. Это классная, но Unlimited от L'Oréal гораздо лучше. Yves Saint Laurent закончилась, очень любила ее. Анастасия Беверли Хиллз, вот такой двухсторонний карандаш для бровей, не зашел мне. Хоть здесь с одной стороны хайлайтер, с другой стороны вообще непонятный такой матовый оттенок. В общем, я им не пользуюсь. Далее, не понравился категорически гель для бровей. В каком он там оттенке был, я не помню уже. Вот, но он такими кусками ложится на брови, так некрасиво. Вот это хорошая подводка от Clarins пользовалась. А, нет, это Smashbox, вот закончилась она. Не нравится мне туши клад от Yves Saint Laurent. Вот, показала я вам макияжный столик, не буду вдаваться в подробности, скажем так, и показывать ящички, потому что здесь тоже надо делать разбор. Если вам интересно будет посмотреть, как я разбираю свою бижутерию, то вы мне скажите, мы вместе с вами сделаем это сегодня. У меня просто нет уже вдохновения на это. Дальше, что касается стульчика, это Юск. Он очень мне нравится. Он безумно удобный, классный, стильный. В общем, ну прям вот супер, честно. Покажу вам, что и с этой стороны стола. Это мой любимый букетик гипсофила. Оно может до полугода стоять вот так вот, даже без воды. Тут, по-моему, нет воды. Вот, это свечечка Тоус. Очень мне нравится. Это от них подарочек был. Вот такая свечка у меня есть. Вот такое вот зеркало, в которое я крашусь. Естественно, здесь большое зеркало, оно включается-выключается. Вот, здесь просто для какого-то декора что-то туда ставлю. Кисти, которые надо помыть и поменять вот эти вот вазочки. Далее, это, конечно же, кнопочка YouTube. Вот, и сверху... Это полочки. Ну вот что у меня на них стоит. Ничего такого особенного. Там я тоже что-то храню. Здесь вот такая ванночка ночью очень красиво светится. На этой красивой ноте говорю вам огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте написать, если вы хотите увидеть и разбор бижутерии. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока!